Так, ну все, Костя уезжает на Киев с тетей, а Алиса с Ларисой в парк. Грязная. Алис, ты едешь на качельках кататься, да? В парк? Короче, ты меня можешь набрать, я ей поставлю обед, эту картошку, когда будете назад собираться. Хорошо. Ну, я она думаю... плохо поела, так что поставишь, да, где-то. Сколько сейчас время? Сейчас полдвенадцатого, где-то в полпервого ставлю. Хорошо. Думаю, мы в час уже будем. Ну, я думаю, что ей блендерить нема смысла. Ну, она уже не ест это. Сделай ей обычную пюрешку, пюре. Да. Пюре и добавим эту мяско ее. Да. Да я ей язык еще купила там в эпицентре, отварной. Перекрутим язык. Я еще добавляю маслице, она тогда лучше ест, да, сливочное. Хорошо. Оно вкуснее. Что ты робишь? Ну, нашел уже, ты ж купила. Я купила, да ты же сейчас без детей едешь. Как без детей? А, ну, я имею в виду... Не, ниже, ты что, так видно не будет? Нет, посередине где-то. Да ну, посередине обзор будет. Вот здесь. Мне разменяла, слышишь? Тетя Оля разменяла? А, хорошо, сейчас. На. Дикий клей. Дикий, ой, что-то она плохо клеится. Да. Кстати, красивый значок. Очень даже идет нашей машинке. Так, я сейчас позову Надю, пусть посмотрит на телек больше. Тем временем к бабушке пришла Даша делать уроки. Да. Математику. Я вам нам да, на 30 секундочек просто показать, как вы тут устроились. Что вы там делаете, домашку? Ну, пока параграф читаем. Давай напишем координаты какой-нибудь другой точки, например. Координаты точки какая будет? Два. Угу. Точки Е. Один. А точки О. Все правильно. Ну, молодец. Быстро схватываешь. Мы это походу в классе уже проходили. А. А теперь Настя с Дашей делает английский. Настя у нас прям учительница по английскому, но без диплома. Да, малышка? Да, Масечка. Да, мой Сёнечка. Ну, пока я не спит, я крас. Она уже уснула, да? Да. Ну, я, ну, лягает. Лариса уложила Алису. Серёжа поехал, представляете, мотоцикл заправлять в город. Пока Костя в Киев поехал, Серёжа поехал заправлять мотоцикл. Ему в радость покататься. Заодно и Косте помочь. Да, Мася? Масянь. Ой, дебози, какая тележка вы. Настя решила все с самого начала пройти, да, полностью? Так, ну, она не знает алфавит. Понятное дело, откуда же ничего. Где-то пропустила, да, Дашулька? Да. Когда его учили. О, Лапусь, а ты что мурлычешь? Никто не гладит, лежит и мурлычет. Серьезно? Да. Ты так жизни рада, да? Вы слышите, как громко? Особенно, когда ей тепло. Когда ей было холодно, и вдруг стало тепло, вот она начала мурлычать. Громко мурлыкай. Мой Сёнька, ты моя глазастенька. Кто-то тут еще просится. Я слышала мяу. Махочка, заходи. Заходи в нашу дружную семью. Да? И ты ласки захотела. Ладно, пошла, не буду вам мешать заниматься, а то с кошками тут рассюсюкалась. А Лимоша лежит. Ты что так тяжело дышишь, Лимон? Жарко, что ли? Лимош, ты здоров? Что-то мне не нравится, как ты дышишь. Все хорошо, Лимошенька? Ну, Масенька, не горячий, как бы тебя попробуют. Нос суховатый. Лимошка, ты не заболел? Лапки горячие и влажные, а нос сухой. Чё мой зайчик? Прелесть. Еще вырос. Вы видите, какой он огромный уже? Уже вообще больше собаки, такой очень крупный енотик. Скоро Настя гулять с ним пойдет. Каждый день они гуляют, он уже, видимо, ждет. Сегодня вечером приедет Катя, вот она ужаснется, когда увидит свою комнату, наверное. Видите, тут все занимают хомяки, морские свинки. Вот. Ну, а так намного удобнее. То есть приходишь вот в отдельную комнату, всех покормил, со всеми там поиграл, посидел. И хорошо, что не на кухне. Кухня должна быть кухней.
Вы сегодня спите. Я думала, спите уже. Это колени. Кладывайтесь. Ты знаешь, мне пишут, что замечают, что у Алисы очень сильно испорчен прикус, что она жует неправильно. Мне, честно, тоже кажется, что губа передняя выпирается, я уже не знаю, что делать. Я не вижу, что... Выкинуть эту соску. Наверное, же за соски. Выкинуть соску, но я не знаю. Ты же сама понимаешь. Иди, мама, там, монтируй. Ты куда с одеялом? С одеялом. Чай пить идешь? Кстати, бутеры надо убрать, они же уже с утра не свежие. И чай. Алис, разольешь. А вот он, где батон. А я думаю, где батон? А он тут у Алисы пристроился, спит под горкой. Да, телек. Обезьянка. Собака. Кто там? Сова. Алисочка. Сова. Уже вечер, я сейчас стою и думаю, вот мы Кате посылку не отправили, да? Стоит ли ее уже отправлять? Или же вот она сейчас приедет, может ей просто подарить это все, сказать, что мы собирали ей посылку? Просто мы очень боимся, что глобус разобьется по дороге, если мы отправим. У нее и так уже сколько их поломалось. Наверное, все-таки так. Ну, если бы хотя бы в коробку какую-то запаковать, правда? Надо сейчас что-то придумать. О, а вот же и коробка. Я ж купила колонки для компьютера. Сейчас пойду подключу, а в эту коробку сложу Кате посылку. По-моему, хорошая идея. О, так Алисонька не спит. А я думала, ты спишь. А что с соской? А ну, выкидываю ее бегом. Не надо мультиков, мы лучше порисуем. Ну, я хочу Мадагаскар вроде. Да ну, я не по возрасту еще. Что это стоит ей включать. Ребята, завтракать будем холодными, как лед, суши. А, ты тут кинозал почувствовала, да? Да, слушай, такой экран. Я уже подключила нам Иви и Невыкого, да? Да. На Иви очень крутые мультиков, очень много. Да? Но я... Надо было что-то одно из этого, но я его подключила. Слушай, а круто тут приставку будет играть теперь. Да, купи. Батошкин, ты мурлыкаешь так классно. Мурлыкалка. Смотри, Батончик. Батоша, опять приступ нежности. Это Иви? Да, это Иви. Ага. Ты мой. Вот тут старые все. Ой, слышите, калитка гремит. Сейчас час ночи, наконец-то они приехали. Мы уже их тут так ждали. Пока вечером Настя и Дашка гуляли с Алисой, я прибирала здесь в коридоре, мыла полы, поразвешивала все Алискины курточки, какие нашла, и маленькие, и большие. Разобрала то, что валялось не на своих местах. Ну, в общем, все как всегда. Был у меня вечер уборки. Что-то калитки гремят, а в двери никто не стучится. Не пойму, в чем заминка. О, привет. Привет. Ой. Что? А, ты меня не видела сейчас с волосами? Нет, я видела на фотках. Привет. Привет, ну и как? Мне нравится, ты прям помолодела. Я тебе говорю, где? Привет. Прям как раньше помолодела. Привет, Коть. Ну как? Ну да. Не устал? Ну хорошо. Я устал. Нет, чуть-чуть, да. Да? Кушать хотите? Есть гречка с котлетами. Привет. Капец, ужас. Нет, не подарила. Не будешь отдавать. Настя, твоя флешка в том телевизоре? Да, моя. Видите, никто не спит. Час ночи, все вас ждали. Мы все пытаемся уложить непослушного ребенка. Ну, Катя не так телеку удивилась, как Настя. Соскучилась?
Сейчас побежишь батона искать? Телеку, да. Что, Лисенька, сестричка приехала, да? Катя, мы ее спать вообще-то укладывали, она уже засыпала, ты ее сейчас разгуляешь. Катя, вставайте, ну что вы разлеглись? А, ой, я не могу. Да уж, ну и придумали. Как будто бы так много воды и такая маленькая уточка. Да, я уже тоже включала. Прикольно. Заставки типа на телеке. Когда не смотришь, такая заставка стоит. Да, уточка там, да, Алис, плавает. Реально с тобой ходить не надо. А прикинь, Настя, как приставку тут играть. А я тоже над этим подумала. Катя, у меня к тебе еще дело есть. Да. Я вот там обувь расставила на лестнице. Надо эту обувь перебрать. Это, скорее всего, здесь что-то твое. Сказать, что ты будешь носить, что не будешь. Вот этот. Вот это? Я да. Куда ты бежишь? Иди спать. Катя дернула к батону. Где батон? Привет, брат. Приехала. Привет. Белая комната. Красиво. Мама мне скидывала фотку. Тут описано. Кстати, там я уже это читала. Спасибо. Сейчас, подожди. Ну, можно читать в конце. Самая гадость вся началась. Да? Хоть будешь знать, почему девушка лучше не лазит по ночи. Это что за книжка? Ой, лучше не спрашивай. Тебе такое нельзя точно читать. Сейчас. Боже. Зойчик, привет. Привет, малыш. Нашла? Привет, хороший. Привет, малыш. А он тебя узнал? Да, малыш. Прибалдел прям. Привет, хороший красавчик. Подрос? Да. Мне тоже так кажется. Малютка моя. О, смотри. Боже, он тебе сосать будет кофту. Батошки, ну ты же не настолько маленький. Маленький. Ой, ты Бози. Могу я его в Киев забрать уже? Ну, я не знаю. С твоей идеей с коготками, да? Да. Ну, красавец. Красиво.